Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. СМИ сообщили о краже данных пользователей с сайта Hyundai.ru, официального интернет-ресурса южнокорейского автопроизводителя. Якобы в руки хакеров попала информация о почти 1,5 миллионах наших соотечественников. Это имена и фамилии, номера телефонов, адреса и так далее. Более того, соответствующую базу уже продают в Даркнете за 150 тысяч рублей. Роскомнадзор попросил посвятить его в нюансы произошедшего и в то, какие меры противодействия приняты. Трасса 101. Самой покупаемой на вторичном рынке легковушкой в 2020 году стала «Лада Приора». Это данные компании «Авито». На втором месте 14-е, на третьем – «Лада Калина». Средний ценник упомянутых моделей – 195 тысяч, 95 тысяч и 170 тысяч рублей соответственно. Среди иномарок пальма первенства принадлежит «Форд Фокус» со средней стоимостью 320 тысяч рублей. Трасса 101. АвтоВАЗ все не угомонится с повышением цен на свою продукцию. За прошлый год они поднимались 6 раз. Первое в наступившем году подорожание произойдет на этой неделе. По данным издания «За рулем», существеннее всего до 40 тысяч рублей прибавит в цене «Веста». Минимальный ценник самого народного автомобиля «Гранты» дойдет до 500 000 рублей плюс 10-14 тысяч. На «Ларгус» во всех версиях накинут 15 тысяч рублей. Трасса 101. Около трети российских автомобилистов в этом году собираются поменять машину. Опрос в разных регионах провела уже названная компания «Авито». Почти половина этих респондентов нацелена на новую иномарку. Свежую отечественную машину планирует приобрести только каждый десятый опрошенный. Что касается суммы, то большинство отталкивается от планки в 1 миллион рублей. Трасса 101. Компания Tesla поставила задачу сделать более доступный по цене электрокар. Это может произойти в 2022 году. По некоторым данным, стоить новинка будет около 25 тысяч американских долларов или 1 миллион 850 тысяч рублей по нынешнему курсу. О технических характеристиках электромобиля пока информации нет. Сообщается лишь, что он будет обладать запасом хода порядка 300 километров. Ранее Tesla заявляла об успехах в деле удешевления производства аккумуляторов для зеленых авто. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. До свидания. Трасса 101.